Ассаламу алейкум, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, это реакция на последнюю серию сериала «Сержант Братан. Финал». К сожалению, так быстро, 12 серий всего лишь. Вот, и пока мне неизвестно, будет ли продолжение. Вот, кстати, что я хотел поговорить вначале немножко. Под предыдущей реакцией мне уже писали там какие-то спойлеры. Я старался не глядя, короче, ну, блокировать. Я, короче, решил то, что если вы мне обламываете реакции, то я вас просто заблокирую. Вот, что-то я, конечно, видел. Но я думаю, это особо... Я очень надеюсь, что это не повлияет на реакцию, потому что эти люди... Данными комментариями они обламывают как бы мне реакцию и вам кайф от просмотра. Вот. Короче, хочу вас всех вообще попросить, любому, вообще неважно, мне, не мне, там, другим людям, не надо писать, что будет ждать там реакционера в следующей серии и так далее и тому подобное. Это капец как сильно обламывает саму реакцию. Ты уже смотришь, примерно думаешь, догадываешь, что будет ждать и так далее и тому подобное. Вот. Еще хотел немножко сказать, что вы, наверное, слышите по голосу, я опять простывший. Я не знаю, что это происходит со мной, у меня нет температуры, но все симптомы есть. Я вот сейчас таблетку даже жую. Короче, ну, это никак не обламывает, конечно, мне весь движ с реакциями и так далее. Обламывает лето. Поэтому, ну, вы уж, наверное, заметили то, что я сейчас реже стал появляться, так как хочется гулять, меня постоянно куда-то зовут, и я езжу сейчас опять на озеро, там, с друзьями отдыхать и так далее. Вот, все почему? Потому что вечером в основном, ну, я всегда снимал видео вечером. И днем, по сути, когда делать нечего, то я срываюсь туда. Но вечером тут меня в городе встречают, типа, и надо куда-то туда еще сходить. И просто по релизам особо ничего такого интересного не было. Кроме этой пятницы. Вот завтра я точно... Вот прям слово даю, сяду и буду слушать новиночки, которые выходили, поэтому прослушка будет. Вот, постараюсь я себя взять в руки, тяжело, конечно, но прослушки будут на канале. Вот, все, по-моему, все сказал, я еще в конце, может, что вспомню, добавлю. А давайте пока смотреть финал сезона. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Беременна? Всю ночь дежурил возле палаты. Никого не было. Менты не появлялись, да? Нет, еще. Рахмет Бахрам. Блин, за палец извини. Сержант, братан, забудь. Привет. Лысь. Нормально. Салтақлай. Врачтар стабильно деп жатыр. Ладно, я покурю. Хорошо. Чик-чик-чик.
Сержан, мен артық айтып қойған сияқтын. Енді өзің білесің ғой. Бәрі бар ғой, бірінен соң бір қарбаласып кет. Оның үстіне түсінесің ғой. Мен сені кешірім сұрайын деп едім. Да ты не парься, все нормально, Жанар. Рас, сен дұрыс айттың. Менің өткенім біздің отбасымызға кесірін тигізіп жатыр. Но я хочу все исправить. Қалай? Ну, найти тех, кто это сделал. Түсінікті. Сол баяғы 90 жылдардағыдай ма? Сержан, кек алудың қажеті жоқ. Одан да қызымыздың өмірі үшін күресейік. Жанар, я хочу справедливости. Чтобы все было по понятиям, понимаешь? Сержан, тоқташ. Мен саған бірдеңе айтуым керек. Сейчас что-нибудь обломает. Сержант Жанар, здравствуйте. Здравствуйте. Мне доложили о вчерашнем нападении. Такой мерзости в отношении к своим сотрудникам я терпеть не собираюсь. Это беспредел какой-то. Жанар, вашу дочь круглые сутки будут охранять мои бойцы. Не переживайте. Так, вы нашли того, кто пытался убить мою дочь? Благодаря вашему сыну мы составили фоторобот. Есть двое подозреваемых. Будем их искать? Извиняюсь, конечно. Но вы что-то хреново работаете, господин полковник. Майора полиции дважды пытались убить. Я бы на вашем месте весь город перекопал. Вы же за своих лодку должны рвать. Слушай, ты меня хочешь научить работать? Мои спецы и так круглые сутки работают. Землю роем. Найдем мы этих тварей. Жанар, если вам что-то нужно будет, вы знаете, как меня найти. Я вообще не шевелится. Сержант, қолдарынан келгенше көмектесіп жатыр ғой енді. Прислали двух щеглов в погонах. Офигенная помощь. Ну, сейчас сказал бы. Да. Кешіріңіз. Сізге бір сұрағым бар еді. Жанар, я вроде вам все рассказал про состояние салтанат. Жоқ. Басқа бірдеңе сұрайын деп едім. Не ой, сіздерде беременіңізге анализ тапсыруға бола ма? Для кого? Маған. Вы уверены? Симптомы какие у вас? Енді жүрегім айнып береді, құсқым келеді. Әлсіздік бар. Сосын кейінгі кезде тіпті бар ғой. Нервный болып кеттім өзі. Жанар, у нас в больнице есть штатный гинеколог. Вы к нему обратитесь, я его предупрежу. Он вам все-все объяснит, хорошо? Хорошо. Рахмет. Ага. Сау болыңыз. Салтушка. Салта, я нашел твое сочинение. Ты там написала, что я был твоим героем. Вот теперь видишь, каким я стал героем. Бірақ, сен кішкентай кезіңде қасыңда ұзақ бола алмадым. Сен жаңадан туған кезді қайтарып алу үшін мен бәрін берерім. А я помню. Вы тогда всю ночь гуляли. Кричали, пели песни, а потом я тебя взял на руки и чуть не заплакал. Ну, при пацанах как-то стрёмно было плакать. Мен сені түсінемін, конечно, маған өк білуге тол хақың бар. Бірақ мен ол кезде не істесем де сендер үшін тек отбасым үшін ғана істедім.
Вахт Сулевлад. Я держал людей в страхе, они меня уважали, там боялись, но Равошин Махтамбай. Но все равно знаю. Ты моя дочь. Ты моя кровь. Хорошая сцена. Жан. Ой, Жан Арочка, привет, как дела? Керемет. Чего-то ты подозрительно улыбаешься. Жей, бр, анекдот есть мецкит. Да, блин, не ври. Ты с самого утра свечишься. Ну-ка, есть хорошие новости? Рассказывай. Кешіріңіз, Бахрам ака. Сізге айтатын жаңалық емес. Ты беременна? Не? Қайдан біліп қойдыңыз? У тебя в руках справка. Написано, беременность положительна. Ай, блин. Ну как? Ну, и как ты успела? Кто отец? Кешіріңіз, енді бұндай сұрауға болмайды ғой. Да, я знаю. Но... Вы не рады? Нет, конечно, рад. Очень рад. Ішінде 7-8 адам, сыртында 4 адам стабильно жүрет. А че? Охрана бар помнишь? Ішінде не бар? Біздің старший братанның склады. Осында қару жарақ наркот алып келеді. Братанның өзі қазір бекақ. Мен қызымды өлтірді, кім приказ берді? Біздің старший қанат деген братан бар, соның приказы. Просто барып келіп шауып келдім болды. Мен ештеңе істеген жоқпын. Е, братан, не істеп жатсың? Короче, сенің бір сағат уақытың бар, қаладан кетіп қалу үшін. Түсіндім. Еле, мен сені бәрі тауып алғанда реально завалим, понял? Түсіндім, братан, болды, мені енді көрмейсіздер. Рас айтам. Мен жоқ болам. Братан, он же нас даст. Мен завод етпеймін, братан. Рас айтам, мен завод етпеймін. Мен енді жоқ болам, братан. Просто біздің шеф бастан кетіп қалған. Мен өзімде криминальный өмірді қойдым деп жүрген. Мына құлақтан тепе кетші на. Болды, болды, түсіндім, братан. Ничего. Дождемся темноты. И потом будем делать. Алтын қызым сол. Қалайсың? Врачтар айтты. Сенің сондай батыл, мұқты екеніңді. Сен әлі тұрып кетесің. Доча, представляш? Мен екі қабатпын. Бүгін анализ тапсыруға барып едім. Врачтар да солай деді. Сен білесің ғой. Мен тағы да бала туғым келіп жүрген. Бірақ өзім біртүрлі оған сенбеймін. Дәл
осындай жағдайда былай болады деп ойлаған жоқ. Сен міндетті түрде тұру керексің. Өйткені, білмеймін, мүмкін інің ба, сіңірің ба, бір дүниеге келгенде сен маған керексің, жан. Мен сені сондай жақсы көрем. Я никогда не писал тебе писем. Да, ты знаешь, что красиво говорить я никогда не умел. Короче, скорее всего, я не вернусь. Я нашел тех, кто сделал это. Это очень серьезные люди. Они жестокие, тупые, дерзкие и пойдут до конца. У них, походу, связи. С ними нужно разобраться, старым и проверенным методом. Я уже попросил прощения у Славы. Теперь прошу прощения у тебя. Прости, что не оправдал твоих надежд. Ты столько выдержала ради меня, а я поступил с тобой жестоко. Ты единственная, кто приняла меня таким, какой я есть. Я люблю тебя. Понял, это поздно. Не суди меня за то, что я собираюсь сделать. Давай еще раз повторим. Ты вырубаешь охранника на входе, отключаешь электричество, и дальше я уже действую. Если этот урод выбежит с черного входа, ты знаешь, что делать. Давай с ними вперед, парень, братан. Була, придерживайся плана. Если я через 15 минут не появлюсь, вот ключи от тачки, она твоя. Просто уезжай, братан. Бля, братан, завязывай. Хайдаган, айтпаш, бля. Ну чё, Булат Асылбекович? Или просто был ураган? Для меня была честь двигаться с тобой. Таких друзей, как ты, один на миллион. Бля, братан, до этого саған айтпадым. Но рахмет за все. Егер тағы да өмір сүруге екінші рет шанс берсе, мен жігіттермен есемен так аса бірге болар едім. Свои спички ломай. Хочешь погон?
Так. Да заебались, с каких это пор они начали вырубать его, ебаный насос. Адя, это ты? Да ну нахуй! Был опыт с удушьем. Что творишь, Рэмбо хуя? Ты дал приказ, чтобы завалили мою дочь. Дочь? Какая дочь? А, во как! Что дочка тупая, что отец тупой, бля. Вот вы упертые, бля. Короче, тема такая. Бросай автомат и пойдем. Выйдем с тобой, как мужик с мужиком. Раз на раз. Я тебя просто на кулаках убью и все. А если не хочешь, то вот это вот вам и братишка жопа, блядь. Да ему и так уже жопа. Сука! А, Талант, что ли? Стоять, сука! Отпусти мою папу, бля! Тихо, тихо, братишка, спокойно. Ты сучонок, бля. Сука! Никто не имеет права поднимать оружие на мою семью! Сука! Вставай, мразь! Вставай, блядь! Стрелять! Не двигаться! Сержант, успокойся, что за кипиш? Давай замнем это дело. Я скажу, что ничего не видел. В рапорте напишу, что два ОПГ не поделили базар и перестреляли друг друга. Да ты что, полковник, охуел, что ли? Я тебе что, зря платил за крышу? Ты должен был крышевать нахуй нас, а не придумывать всякие байки, бля. Забери его от меня и посади его на всю жизнь нахуй.
Вот оно что! Ты же должен защищать народ, господин полковник! Получается, ты проститутка! Выгон! Раз ты продаешься за бабки! Ты нахуй за своим базаром следи! Ты что, меня козлом отпущения хочешь сделать? Да я клянусь тебе, не знал, что этот отморозок хочет Салту завалить. Он же пробит на всю голову. Ты мент, сука. Следи за языком. А ты заткни рот свой нахуй. Сержант, я честно говорю, не знал, что такая байда будет. Отпусти его. Я его надолго засажу, не переживай. Пап, не надо, пожалуйста. Пап, перегибись. Сейчас вижу за это зло. За отморозки место, чисто. По понятиям двигаться тем же, пожалуйста, керемес. А то сіз түрмей қамайды. А сіз маған керексіз, пап. Слава Богу! Молодец, сержант! Я знал. Ну, судя по тому, как кончилось, я знаю то, что сцена есть после титров. Короче, в серии нет итога прям конкретного. Возможно, конечно, в сцене после титров будет. Но пока ощущение, как будто второй сезон все-таки будет. Вот. Короче, обломали все-таки. Так, ребят, по городу участились кражи автозеркал. Нужно взять это под контроль, понятно? И Умаров, перестань опаздывать. Какой пример ты подаешь своим сотрудникам? Нужно усилить дисциплину. Спрашивать я буду с тебя, понятно? Есть. Сарсенов, нужно поднять с архива все висяки за последние 2 года и занести мне. Так точно. Так точно. Почему не записываем? Пишите. Алло, да, Ержан. Не выпал. Алло, Салта! А, ой, извини. Подполковник Салта! Да, прикинь, я поступил. Да ну! Кто молодец, на грант? Да нет, какой грант?
платный. Маме сообщил? Да. Позвонил маме. Трубку не берет что-то. А, слушай, она, наверное, готовится. Ты давай езжай домой, помоги ей с ужином, хорошо? Угу. А ты что, не придешь на ужин? Слушай, из-за твоего скандального видео у меня работа на 10 лет вперед. Постараюсь, Индия, жестко. Давай. А, все, окей. Ага, жду. Привет, Кир, комик ты еще вернешь? Не был Джек, комик Кирик по? Джек, была сима в отравер. Ержан бас салтанат по. Джек, хорош, комик ты еще вернешь. Не глазом в отравер снова. Не стин. На налш. Сержан Инди, кызмет эту меньше на абырой ғой. Поэтому. О. Еттің есі бар ғой. Суп қамасын. Апаре. Кесек. Болды ма? Давай, 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 ашу дастарханды. Варенье налшы. Ортан ашу. Варенье нал. О. Давай, мен сразу тос айтып берейін. Я. Келіс. Давай, құй. Бізде бүгін үлкен қуаныш болып жатыр. Біріншіден, Шигол екінші рет универге түсті. Қуанышты мы, Шигол? Рахмет. Вайын түсірем деп тағы оқудан шық кетіп жүрме? На екіншіден, өкініштісі, Сержан братан менің досым болды, жақыным болды, жанашырым болды, уақыт зымырап өтіп жатыр. Міне көзді аш жұмғанша екі жыл өтіпті. Сержан братанның подкаблучник болғанында. Бұл қойшысы құтыл. Бұл қватит заливать, блин. Міне менің бастығы, мен осы балаға қарауым керек. Братан, тұрымды ұмытып қалды қой, хотя воскресенье күн далаға шығып тұрсыз. Шығасың мен таза болмай деп алсын. Жоқ, шығарамай бала қарайды. Давай, Шигол, сен үшін. Кел. Тосын, кел. Молодец, красава, кеттік ам. Жан, сенің байының не болады енді? Мен қазір басыма сәл ақыл кіріп, бірінші образование алып алайын. Сосын, может, ютуб қой кететін шығарым. Балам, сені мақтан тұтамыз. Біздің болашақ юрист. Бірінші юрист болам, потом прокурор болам о. Ого. Серьезно? Тем более, семейный ғой. Ну, надеюсь, енді біздің кенжеміз. Красный болмайтын шығар енді, а? Солай ма? Келесі тосты мен әкем үшін көтерім келеді. Әке, басында арамызда түсініспеушілік болғаны рас. Бірақ отбасымыз қиын жағдайға түскенде, еш қиындыққа қарамай батыл қадамға бардыңыз. Бүгін осылай күліп ойнап отырғаныңыз сіздің арқаңызда, оны мойындау керек. Саныңыз көбейіп жатыр, сәбилі болып жатырмыз. Ержан оқуға түсіп жатыр. Құттықтаймын, Ержан. Рахмет. Осының бәрі әке сіздің арқаңызда. Мен сізді құрмет тұтам, әке. Және де өте қатты жақсы көремін. Ты чё встань, я пойдём в клизер! На выход, быстрее! Зомбеты. Ну, давайте посмотрим прыгать. Да, сука! Идёшь, быстрее! Ну что, друзья, вот и посмотрели мы
сериал. И, ну, судя по концовке, по сути, по сцене после титров, уже можно сказать то, что, в принципе, все. Не обязательно. Второй сезон. Конечно, они могут что-то придумать, но как бы это не было, как бы не было высасывания из пальцев и, ну, просто а-ля ГГ-шоу, знаете, когда вот выпустили второй сезон, но он в итоге провалился. Здесь тоже главное не упасть в грязь лицом и сделать прям реально что-то стоящее, интересное. Вот. Так, что, давайте по серии немного пробежимся. Началось все с приятной новости, что в итоге мать беременна. То, чего она хотела. Ожидаемо было то, что она так и не донесет до него эту информацию. Стандартный прием просто во многих фильмах это так происходит, поэтому я, собственно, знал это. Вот, классно то, что сержант отчитывал этого полковника, типа, и уже, ну, можно было там предположить, типа, что-то как-то странно все это. Вот. Классная сцена, когда сержант вспоминает письмо ее, которое мы слышали в первой серии. Вот. Да и вообще сам актер очень крутой. Ну вот, он мне нравился и в «Соке», и здесь. Красавчик. Вот. Классная сцена, короче, с дочкой. Этот... я не помню, как его зовут, ну, которого я называю героем индийских фильмов. Ну, вообще, сцена просто, особенно как он страдает. Ну, камон, это так все глупо, как-то стрёмно это выглядит. Понятно дело то, что он так чисто вызвать какую-то улыбку, но вообще, по сути, бесполезный, беспонтовый персонаж. Вот. Немного расстроил то, что все-таки они на дело пошли вдвоем. Я... Было бы круче, если бы ему на помощь пришли его старые там знакомые какие-то и так далее. Ну, как я говорил в прошлой реакции в конце. Вот. Можно было бы что-то помощнее, поинтереснее придумать, потому что... Ну так, один сержант там в итоге со всеми разобрался. Это, конечно, такой типа а-ля Джон Уик. Но мне кажется, было бы все-таки интересней. И сделать что-то типа, знаете, как в фильме «Никто». Смотрели, не смотрели, не знаю, Ильи Найшулера. Тоже там он их завел на склад, главный герой. И ему там помог отец. И еще один чувак, их, по-моему, трое было, но они там круто разобрались. Это, конечно, сложнее в плане реализации. Здесь, ну, видно, короче, схалтурили. Вот, классный момент с письмом. Блин, вот как стрёмно, что я все знал, а. Короче, сам момент классный. Тоже, в принципе, был ожидаем, но я этот не прочухал, что такое может быть. Я думал, он письмо ее принес, а это письмо ей было, считай, адресовано. И он с ней тут уже прощался. Это было классно, да. Так, ну, на дело пошли вдвоем. Кто-то мне еще писал то, что Була в итоге умрет. Или я ошибаюсь, не знаю. Ну, короче, тоже мне казалось, что все, мы с ним сейчас попрощаемся. Так. Сам антагонист все-таки крутой, но маловато его было. Короче, ля-ля, тут эта битва. Момент, конечно, когда его типа задушили, и мне казалось, что ну вот он, этот момент, все-таки, походу. Он умрет. Умер. Но его как-то сержант вытащил из
петли, так что круто, что они сделали в итоге, что он очухался, перевернул в итоге. Он, видимо, выжидал. Ну, короче, Була красавчик, вообще супер тоже персонаж. Этот антагонист Канат, который, блин, Канат, как и в Саке тоже. Вообще тут отморозок конкретно. Но по сути он давно мог его, конечно, застрелить. Иржан красавчик, конечно, тоже с этой пуколкой выскочил, не побоялся. Ну, прям тоже героически поступил. Красавчик. Вот. Очень крутая сцена с полковником. Что вот этот сам диалог вообще. И, ну, вот здесь мне было интересно, как, что в итоге произойдет, как поступит сержант. И классно то, что сын его снимал в итоге это на видео. Очень круто. Вообще кайфанул со всей этой сцены. И то, что в итоге он послушал сына, что надо двигаться правильнее и так далее, что они не отморозки. И это все классно, но, блин, этот Канат, конечно, проститутка. Мне кажется, у меня была бы классная реакция на этом моменте, когда его в итоге зарезали. Ну, то есть, пырнули. И круто то, что этот полковник в итоге все-таки застрелил этого черта. Вот. Ну и все, по сути, кончилось тем, то, что Султанат очнулась. Ну и дальше уже сцена после титров, которая вот как раз-таки подвела итоги всего сезона, всего сериала, то, что в итоге Салта стала полковником, и очень круто. Иржана, кажется, отчислили, я что-то как-то этот упустил момент, видимо, из-за того видео, а может нет, короче, не знаю из-за чего, как-то упустил этот момент, но тоже рад за него, окей. Вот, и, ну, по сути, оказывается, много времени прошло, потому что уже и ребенок есть, и ребенок уже, и так далее. Вот, такое, знаешь, так говорю тебе, как будто, ну, по сути, так и есть, как будто я с тобой одним же общаюсь. Такой момент, то, что, ну, вот именно тост от Булы. Он так все это говорил, то что, ну, реально, как будто сомнения были, короче. Но, опять же, тут я знал, что все нормально, и он остался жив в итоге. Спасибо проституткам, которые заспойлерили мне весь финал. Классные слова от Султанат в конце, и классный сержант, эта улыбка его довольная. Крутой кадр. Короче, сериал топовый. Мне понравился, я его советую друзьям, как Саке, так и сержант Братан. Для меня это вот прям два лучших сериала, которые я видел вот в последнее время. Шикер, к сожалению, на третьем месте. Был на втором, сейчас на третьем. Вот. Насчет зомбетов, не знаю. Попробуем посмотреть. Не знаю, но мне кажется, то точно так же не будет. Хотя, возможно, они сделали какую-то работу над ошибками, и может что-то там реально будет очень крутое. Не знаю, как вам реакция? Пишите в комментариях свои мысли по поводу сезона. Будет ли второй? И что там будет. Ну, по-любому, что-то да придумают, если будет, конечно. Вот. Увидимся в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.